к детям, к взрослым, к людям серебряного века, как это называется. Но самое главное, сегодняшние, как мне кажется, участники, это как раз семья Тайценовых. Я не единожды мы различные мероприятия с ними проводили, и награждение, и чаепитие. Очень хорошо помню, как хлебосольно они угощают каждый раз, когда мы к ним приходим. И это, конечно, заслуживает огромного уважения, то, как организован уют, то, как организован в доме быт, и то, как люди любят друг друга. Я детей отдельно прошу, берите пример вот с этих людей, смотрите, как они целуются. Прожить год вместе, 10 лет вместе, это трудно. Как прожить 60 лет вместе, я вообще не представляю. Я надеюсь, что таких примеров в районе Зябликова, в Москве и в России будет с каждым годом все больше. Я искренне вас поздравляю. И помимо того, что вот наши слова тут есть, есть грамота от префекта. Награждаются Тайценовы Миргазим Усманович и семья Абдулхановна за сохранение прочных семейных уз, приумножение семейных ценностей и традиций, верность друг другу, достойное воспитание дочерей и в связи с празднованием Дня семьи, любви и верности. Коллеги, я напоминаю, 60 лет супружеской жизни. Но помимо этого, семья Тайценовых становится носителями медали за любовь и верность. Тоже мы вручаем. Браво! А также от Совета депутатов, от депутатов муниципального округа Зябликова. Мы тоже вас поздравляем, желаем вам всего наилучшего, долгих лет жизни. Вы пример. И я также поддержу главу права, чтобы все дети смотрели на вас и поддерживали вас, соответственно, были такими же, как и вы. Поздравляю вас. У нас тоже для вас есть подарок и грамота. Громко-громко похлопаем, потому что это на самом деле просто огромное достижение. 60 лет. Ну, это вообще колоссальная цифра, конечно же. Сфотографируйте. Давайте что-нибудь подержим. Вот так вот. Может быть, вот, да, вот, да, вот, может быть, хотите себе это вот, отлично. Желаем крепкого здоровья. Счастья, благополучия, чтобы дети росли с мамой, о, с папой, о, и дедушкой, с бабушкой. Дыханием одним не могу согреть, и догорают сами собой мосты, и что-то больно ранило прямо в сердце. Ушли за горизонт наши корабли, я подниму над головой белый флаг. Просто знай, что тебе я не враг. Травмы
играть.